Спиральный камень вы найдете в личной архивной лаборатории Оливии в глубине комплекса. Мало кому довелось его увидеть. Но раз уж вы оказались здесь не случайно, то, возможно, сумеете разглядеть то, чего не удалось нам. Обалдеть. Всем привет, друзья, с вами Спикер, и продолжаем проходить Кровавый дом. Ну что, друзья, тут довольно много монстров, и тут будет, походу, много жести. Ну что, у нас есть припасы, у нас, в принципе, все максимально, и идем уже мочить монстра. Ну, ребята, сейчас будет потеха. Жесть, сколько тут крови-то? Это не ошибка, что он пришел в наше владение. Демоны предсказали его возвращение. Если он проснется, то миссия окажется под угрозой. Потому что лишь он способен выстоять против них. Сим-Сим, откройся, и появляется новый монстр. Да, конечно, жду новых монстров, и, конечно, нужно как-то аккуратно спуститься. А какого черта? Прыгаем просто вниз. И все. Ах ты да. Ребята, я спускаюсь уже все ниже. Мы все ниже и ниже, и у нас обычные монстры. Нет, ребята, я сам разберусь просто по-быстрому уже. Долго перезаряжается. Но все-таки успел. Набирал энергию. Давай-ка взорвайся уже. Интересно, может тебя добить? Давай добьем тебя. О, как просто пнул все его. Бегут ко мне, походу, ребята. Греночка и готово. Ну что уже, прямо в коленке. Это было здорово. Ребята реально идут ко мне. И на полном серьезе. Так, давай-ка дальше. Дальше пуляем и готово. Все, дальше и дальше двигаемся. По печени и в мордашку. Так, ну что у нас? На... Там есть уже парочку бонусов. Ух, я, в принципе, готов. У нас реально крутая пушка. Но мне, конечно, хочется маленько подразнить его. Сейчас давай-ка подходим поближе. Это было круто, ковбойски. Идем дальше, что у нас будет? Там вижу парочку бонусов, еще возьмем. Что за звуки? Там, видимо, нужно именно сюда убрать трупик. Остались только ножки. О, ребята поднялись сразу ко мне. Практически без шансов дали. Трое против одного. Хорошо, у нас есть что-то интересное. Мы пособираем, тут можно даже пройти. Тут у нас есть трупики. Ох, это то, что нужно. И, наверное, все-таки можно упасть вниз. Так, у нас просто робот. Да, можно упасть вниз, а можно спуститься уже с помощью лифта. Хорошо, наверное, пойдем все-таки спустимся с помощью лифта. Как ты даже покраснел все. А, у нас просто тупик. Хорошо, вернемся обратно. Так, у нас, походу, есть припасики. Да, то, что есть, то, что нам нужно. И как-то уже очень сильно покраснело. Видимо, там будет слишком много мутантов. Сейчас заиграет музыка, и будет их очень много. Так, где-то у него тут был бонус какой-то, прям за стеклом. Не вижу, с какой стороны был он. А, вижу, есть гнездо. Прям передо мной. Прям со спины, прям в задницу. В задницу? Готов. Готов. Так, есть у нас гнездо, сейчас разрушим. И начнется потеха. Ну что у нас? Дробовичок у нас максимум патрончиков, и сейчас начнется. Ребята, подходим, все сразу же. Какой мега-компьютер. Так, мы как-то зажаты, мы слишком зажаты в угол. Можно закидать гренками уже. Спускайся с камня уже. Пуляет просто в нашу сторону. Ну хорошо, я выхожу к вам, ребята. Ух ты, да, я уже выхожу. Мне нужно где-то найти этот бонус сверху. А возможно, другая комната. Так, здорово. И сразу пока. Прям по ногам. Сколько тут мяса-то? Трупов обалдеть. Мы реально в каком-то в аду. Так, ребята, двойной дробовичок и готов. Нет, сверху стоит. Так, он готов уже. Я не вижу никаких припасов. Сколько бегаем. Добиваем сразу же, пока он идет в атаку. Ох, сразу в мордашку. А может, конечно, и в заднее место. Ребятки, раскидались. Сейчас тоже раскидаем гренками. Тина прям позади меня. Это не по-спортивному было. Как же рвануло-то. Какие крики-то. Обалдеть. Да, походу, ребятки, это посерьезно даже. Так, может, добить его. Руки до ноги поотрываем. Так, давай-ка наверх. Они как-то сверху есть. В рукопашку. Так, можно еще выше подняться. Еще выше поднимемся. Ох, то, что нужно. Как раз у нас есть припасики. Пошел в рукопашку, что ли? Я тоже пошел в рукопашку. Кто кого, как говорится. Так, готов. И жизнь упали снизу. Так, хорошо, в принципе, есть бизнес пива. Спускаемся и рубим чувака. Ну что же, вот таким. Я, кажется, не того рублю. Извини, друг, я не того разрубил. Какая разница, всех разрубим. И, кажется, у меня кончилось уже.
Ох, скотч, он как раз был бонус. Это не бонус, это что у нас крутящийся, непонятно. Хорошо, ребят, спускайтесь ко мне. Сейчас разберем с вами. Пошла гренка. Готово. Так, давай-ка выше. И сразу двоих готово. А вот наш бонус, походу, я его не взял. Хорошо, мы повеселились, в принципе. И нужно идти куда именно. Сейчас посмотрим по радару. Так, нужно именно в ту сторону. Так, припасики есть. Ох, еще припасы. Это что такое интересно? Хорошо, найдем дальше проход. Кто-то рычит, походу, кто-то у нас еще остался. Так, давай-ка наверх. Давай наверх, отсюда мы походу пришли. А вот есть парочка зомби. Ребята, держи гренку, там бочка есть. Ох ты да, готово. И был последний. Нам походу именно сюда. Это было внезапно, но мы с этим справились. Так, спустился где-то сверху. Нам, значит, наверх нужно. Сейчас уже вручную откроют. Ты активировала адскую волну откуда-то изнутри комплекса. Я надеялся, что она сможет противостоять их влиянию, но ошибся. Она оказалась слабее, чем я думал. Мы с этим разберемся, мой друг. Для чего мы тут и находимся? Так, ну что нужно? Нам нужно наверх. Так, припасики, есть дверь, и есть у нас еще бронь. Это дело подберем и пойдем дальше. Ну что, 62 патрона. И мне, думаю, будет достаточно этого. Так, очередная дверь. О, ребята, всем привет. Сейчас с вами разберемся. Так, пока он встает, вот так об коленку. Простык можно просто вручную уже разбить. Просто маленько размяться. Так, он готов. Никого мы не упустили. И всех. О, ребята, появились. Кидаем гренку. Хорошо бы бахнуло. Его можно, в принципе, добить. Ох, и добили. Какой ты предки оказался. Так, берем бронь уже и идем дальше. Ну что, о-хо-хо, как резко появился-то. Успели сиротироваться. Вот так в мясо. Готово, это же дом, тут у нас очень много. Так, нам походу да. Так, дверь у нас походу закрыта. Да, дверь закрыта у нас, не откроется. И сразу же стреляет. Это как не по-спортивному. Там как-то их слишком много. Хорошо, кидаем гленочку и побольше сразу возьмем. Ну да, сразу двоих с ним убьем. Набирает энергию и просто спины. Это было круто. Так, нам, походу, нужно как-то попасть в центр. Вот это тот самый камень, который нам и нужен. Хорошо, 160 метров. Контрольная точка. Ну, вижу кого-то одного. Можно, в принципе, взять снайперскую винтовку и его выкурить. Сейчас, мой хороший, погоди. Сейчас мы разберемся. Вот так. Готов? Теперь готов? Ну, сколько? Ух, это было круто. Так, походу будет что? А можно просто... Кто меня прессует сзади? Нет, сзади никого нет. Показалось. Можно просто в оружие. Нет, он реально защищается. Ох ты, нет, все-таки открылся. Он открылся и прям в морду. Снайперская винтовка довольно крутая. Просто реально по головам прошелся. Они готовы. Хорошо, собираем бронь, идем дальше. А тут что происходит? Какая-то лаборатория. Как-то мне хочется спустить сюда. Так, вижу, есть бонус сверху, значит, там будет у нас жаркая потеха. Это проходу собирает какого-то монстра. Видимо, его чинят. Либо просто лечат. Как раз сюда мы сейчас и направляемся. Свечи стоят. Интересно, кто их расставил здесь? Так, собираем припасы, потому что, походу, там будет заварушка очень жарко. Возьмем дробовичок. Так, у нас жизни. Жизни у нас есть, и нам сюда, видимо. Какое-то рычание, но я никого не вижу. Так, именно вот сюда спускаться. Хорошо, видимо, у нас тут тупик. Да, у нас здесь тупик. И спускаться именно сюда. Ну что, начинается потихо. Я видел бонус, и как раз пойдем к бонусу сейчас. Так, кинем. О, походу встает. Да, вижу, он встает. Ох, привет. Ну так, мордашку. Ну что, берем бонус, и что у нас? Четырехкратный урон. Нет, конечно, делать что-то поинтереснее. Четырехкратный урон не то, что нужно. Ну, в принципе, тоже хорошо. Хорошо, ведь у нас есть автоматы, можно с помощью автомата. Ох ты да, сейчас будет мясорубка. Ну, ребята, давайте разберемся. Четырехкратный урон, в принципе, очень круто. Фу, как же его расплющили. Так, пошла греночка. О, подходит ко мне уже здорово. Можно, в принципе, его взять и разрубить. Ну-ка, сейчас возьмем бензин его. Ох, иди сюда. Мне, походу, не хватает. Давай-ка гренку кинем. Не, кончились. Хорошо, большие ракеты уже. Их слишком много, и нужно как-то их быстро уничтожить. У меня уже бронь кончилась.
Четырехкратный урон нас прошел. И что осталось? Парочка ребят все-таки осталось. Давай, подходим. Сейчас просто пнем тебя. Вот так. Он просто отлетел в сторону. Ох ты, жесть. Как споился. Очень быстро. Так, он готов нас как-то зажимает. Нас слишком тут зажимает. Так, гренка пошла. Их там довольно много. Прям за спиной его. Так, да, наводка. Наводка уже слишком поздно. Может, прям через окошко. Он стоит и ждет. В своей очереди. Так, мы переместились. Вот, видишь, как он там был перемещал. Я даже не заметил я. Со спины стоял. Так, может, добить его. Вот так. Ух ты, да. Это было красиво. Слишком много этих монстров. Нам нужно еще один бонус какой-то взять. Так, сейчас с тобой разберемся. Жесть, довольных очень много. Ох, сколько мутантов. Ну-ка, пошли в порталчик. Мы портальчики, мы уже в другом месте. Так, вижу, щитком стоит. Щитом стоит. Просто реально мясорубка его. Так, еще один. Готов. Здоровый должен. Ребята довольно крупные. Нужно сразу уничтожить. Так, он готов. Мы взяли уже дробовичок. И сейчас добили же оставшиеся. Так, видим, обсудим парочку бонусов. Так, снова портальчик. Снова портальчик, куда перемещаемся. Ох, ждет наша очередь. Взять другой дробовичок. Другой дробовичок гораздо покруче будет уже. Так, он готов. Остался еще один. Как тебя. Реально крутой дробовик. У нас, в принципе, есть крутая пушка и хочется использовать. Ух-ху-ху. Да, его просто расплющило. Это круто было. Так, кто еще остался? Походу больше никого не осталось. Так, вижу, есть жизни. Так, пополним. И сверху тоже что-то есть у нас. Ну-ка, давай-ка наверх. Так, ну что у нас? Все уничтожили. И тут реально какой-то монстр собирает. Видимо, чинит его. Хорошо, у нас по радару именно в эту сторону. И идем дальше. Надо спускаться ниже. Вот то, что нужно. Пополним припасики. Маленько отдохнем. И, видимо, нам именно вот сюда нужно. Хорошо, пройдем уже посмотрим, что он с припасами. Так, нужно пополнить. Окейшки. Так, что у нас тут есть? Интересно, тоже есть припасики. Это уже пополним. Хорошо, вернемся к двери, откроем ее. И продолжим наши пайки. Ох, злится. Он еще злится. Прям по ногам. Нет, не получится. Хорошо, открываем двери. Только сразу не бейте, ребята. Я прям к вам, и что? Добро пожаловать. Начинается потеха. Ну что, ребят, ну в принципе есть крутая пушка, и хочется ее проверить. Ну-ка, ребята, поцелуемся все вместе. Реально круто было. Так, а всего лишь один остался. Всего лишь один остался. Ну, короче, нет, там еще появляется. Там реально еще появляется. Ох ты, да, у меня есть бензопива. И сейчас разрубим. Как же разрубили его. Просто на бегу. Так, у нас кончилось. Да, кончилось припасы на бензопиво. И придется уже... Сколько тут можно собрать-то? Так, у нас бонус есть. Так, у нас, в принципе, ускорение есть, и можем поускоряться. Ну что, давай-ка. Мы реально быстрее его гоняем. Давай-ка на водочке. На водочке прям в мордашку. Так, стал живой. Прям в стенку. Это был... И прям в задницу. Прям в задницу. Ну, какой живучий-то. Сейчас добьем тебя. Рожки до ножки готово. Прям в глаз. Да что ж такое, ты одинешенка тут бегаешь. Сейчас тебя уничтожим. Так, он снова появились. Ребята снова появились. Мне кажется, один появился. И второй, он готов. Ну что, можно взять дробовичок? Какой-то быстрый. Я уже не такой быстрый, как был. Реально стал уже медленный. Так, он готов. Нет, нужно добить его. Сейчас забьем. Нужно найти хорошую пушку уже с ребятами. А что ж такое, мне очень бегает. Так, один готов, остался еще один. Да, он даже падается. Обалдеть. Ох, у нас уже уровень здоровья. Здоровье падает. Так, ребята, с вами нужно уже не церемониться. Реально не церемониться, просто гасить вас. Слишком с вами церемонить. Ну что, сейчас начнемся. Так, я в мясо. Он готов. Наводка. Где наша наводка? У нас уже слишком мало жизни. Нужно пополнить это жизни. Сколько? Трое. Их сразу есть трое. Так, у нас, в принципе, есть. Пошла потеха. Сразу всех. Демоническое присутствие ликвидировано. Спасибо, родная, я это заметил. Ну что, собираем жизни. Да, у нас было проблемы, конечно, с жизнями. Так, у нас припасик есть. Ух ты, да, было довольно жарко. Хорошо, парадару нам именно в эту сторону. Именно вот сюда. Секундочку, есть какой-то пульт у нас. Нет, это не пульт у нас. Нужно как-то... А, вижу. Идем дальше.